Я хотела сделать маленькое объявление для вас. Бонис Паучи будет принимать участие на выставке, которая пройдет в Москве 14-15 мая. Это выставка корейских брендов и развлечений. Называется KBEE 2018 Moscow, Korean Brands and Entertainment Expo, который впервые проходит в Москве, в России. Такая выставка проходит по всему миру. И туда приедут также звезды, NCT, группа Infinity и также актриса Ха Джи Вон. Там будут представлены много корейских товаров, приедут много корейских компаний, включая косметические компании свыше 30 разных брендов, разные бренды одежды, также приедут дизайнеры одежды, будут товары для дома, какие-то препараты для здоровья, для детей, какие-то продукты. Поэтому обязательно приходите, выставка проходит в Крокус Экспо 14-15 мая, это понедельник-вторник, с 10 до 5. Выставка бесплатная для всех, поэтому обязательно приходите, думаю, там будет много интересного. Также я буду выступать с программой ток-шоу, K-Beauty ток-шоу «Секреты корейской красоты». Она будет проходить 14 мая в час до 2. Один час будет проходить на мини-сцене. Крокус Экспо, павильон 3, зал номер 13. И это будет проходить в мини-сцене, а Бонис Паучи будет в помещении номер 20. Я позже обязательно в Инстаграме поделюсь, где мы будем. Если приходите, кроме семинара, где я буду показывать, рассказывать о корейском уходе, в нашем стенде будет много интересного, будут товары со скидками, будут разные-разные конкурсы, мы вовсю готовим, думаю, никому не будет скучно. Буду очень рада с вами познакомиться лично тоже, поэтому всех-всех приглашаю, обязательно приходите.